Сегодня на Олимпиаде в Сочи будут разыграны 7 комплектов наград. Определятся обладатели медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, фристайле, кёрлинге и шорт-треке. Казахстанские спортсмены поспорят за медали в двух дисциплинах. Трансляцию полуфинала по хоккею смотрите в 18 часов и в 11 вечера на телеканале «Хабар», а в час 30 пройдут соревнования по биатлону среди женщин. Последнюю информацию о достижениях казахстанских спортсменов можно найти на олимпийской страничке сайта телеканала «Хабар».